345 человек собрал чемпионат WorldSkills в Оренбурге. 40 компетенций. На этой площадке соревнования по электромонтажу. Это первый модуль. Участники проводят монтаж кабеля несущих систем. 5 команд юниоров пробуют свои силы в соревнованиях по электромонтажу. Юным участникам до 16 лет. Создание схемы – только часть работ. Самое сложное, отмечают ребятам, установление счетчика. Провести проводочек и счетчик, чтобы все работало, лампочки загорелись. Мы учимся, и поэтому решили попробовать. Соответствие размеров, углов, уровней, правильное собрание схемы. Работы должны быть выполнены по всем требованиям. С каждым годом мастерство повышается, поэтому задание только сложнее. Умный дом, автоматизация рабочих процессов. Сегодня эти навыки особенно актуальны на предприятиях. Среди экспертов обладатель медальона за профессионализм. Он перешел европейский уровень. Более 500 баллов за работу – результат многочисленных тренировок. Сегодня он пример, на который равняются начинающие. Эта награда очень тяжело, особенно мне давалось, так как тренировки были практически ежедневные. Приходилось до вечера тренироваться, собирать то, что ты уже собирал 10 раз, и еще раз собирать и улучшать свои показатели. Изготовление прототипов – одна из компетенций. За 3 дня собрать экранолед – цель каждого. Он должен функционировать. Каждый конкурсант работает над дизайном и работоспособностью модели. Соревнуются оренбуржцы и в парикмахерском мастерстве. В начальном модуле – собранная прическа на длинных волосах с окрашиванием. Растяжка цвета и объем в нижней затылочной зоне. Плетение. Ну, у меня плетение не коса, а жгуты. И волна. Это интересно, что-то новое попробовать. На создание прически 3 часа. За это время конкурсант должен справиться с окрашиванием, промывкой волос и сбором самой прически. 3 направления конкурса, и в каждом жюри внимательно ко всем нюансам. Идет на качество работы, на образ, на стилистику и именно тенденции направлений. Они просто необходимы для повышения квалификации именно профессионального уровня, не только в парикмахерском искусстве, но, я считаю, во всех направлениях профориентации. Итоги всех состязаний будут подведены уже 2 ноября. Победители регионального этапа смогут показать свою профессиональную подготовку на всероссийском уровне. Елена Еремина, Владислав Горбунов. Новости дня.